За досрочные выборы в городской совет выступают жители Родинского. Горожане даже вышли на митинг. По их словам, нынешний депутатский состав дестабилизирует работу мэрии. Однако с таким мнением согласны не все. Почему, знают наши корреспонденты. Общественность города просит полностью провести перевыборы. Жители Родинского вышли на акцию протеста. С плакатами и лозунгами на центральной площади собрались сотни горожан. Они требуют провести досрочные выборы в городской совет. Говорят, большинство депутатов этого созыва не допускают к работе нынешнего мэра Сергея Федорова и блокируют работу чиновников. Цель сегодняшней акции прежде всего это заявить протест и инициировать проведение досрочных выборов депутатов Родинского городского совета. Мы знаем, что давно идет проблема, что депутаты срывают сессию, устраивают скандалы на сессиях, не дают работать городскому главе Федорову. Нынешнего городского голову пытаются отстранить от должности второй раз. Но в марте суд восстановил мэра на посту. Сейчас также идет судебная тяжба. На данный момент есть решение сессии, его отстранили. Позже к митингу присоединились активисты молодежной организации одной из политических сил в Родинском. Какие перевыборы? В связи с чем должны быть перевыборы? Я не могу понять. Основания какие? Однако митингующие уверяют, из-за постоянных конфликтов в депутатском корпусе парализована работа всего горсовета. На протяжении всего года городские депутаты не работали так, как должны были работать. Я секретарь постоянной депутатской комиссии по планированию финансового бюджета и социально-экономического развития города Родинска. Ни одна наша комиссия не состоялась так, как положено было быть. Ни один протокол не был составлен. Выход из сложившейся ситуации митингующие видят только в перевыборах и надеются, что их поддержит действующий губернатор. Горожане уже написали обращение к Павлу Жебривскому, чтобы он согласовал вопрос о досрочных выборах в горсовет. Степан Федорович, телеканал «Донбасс».